Всем привет! С вами Реальный Футбол, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию рейтинг из 10 самых дорогих трансферов аргентинских футболистов в истории футбола. 10 место. Трансфер Пауло Дибалы из Палермо в Ювентус в сезоне 2015-2016, который обошелся Бьянконери в 32 миллиона евро. Девятое место и переход Анхеля Ди Мария из Бенфики в Реал Мадрид сезон 2010-2011. Сумма трансфера на тот момент составила 33 миллиона евро. Восьмое место и переход на тот момент очень многообещающего аргентинского таланта Хавьера Савиолы из Ривер Плейт в Барселону сезон 2001-2002, а сумма трансфера составила 35,9 миллионов евро. Далее в нашем рейтинге трансфер Эрнана Креспо из Лацио в Интер сезон 2002-2003, сумма перехода 36 миллионов евро. В сезоне 2013-2014 Гонсало Игуаин переехал из Мадрида в Неаполь. Цена вопроса 37 миллионов евро. На пятом месте Хавьер Пасторе, который перешел из Палермо в ПСЖ в сезоне 2011-2012 за 42 миллиона евро. Далее в нашем рейтинге расположился Хуан Себастьян Верон. Легендарный аргентинский полузащитник по прозвищу «Ведьмак» перешел из Лацио в Манчестер Юнайтед в сезоне 2001-2002. Сумма трансфера составила 42,6 миллиона евро. В сезоне 2011-2012 трансфер Серхио Агуэро из мадридского Атлетико в Манчестер Сити обошелся с шейхом в 45 миллионов евро. Этот переход занимает третью позицию нашего рейтинга. Снова в нашем рейтинге фигурирует Эрнан Креспо. За два года до перехода из Лацио в Интер он променял Парму на Лацио. 55 миллионов евро отстегнул Серджио Краньотти за трансфер аргентинца. Самый дорогой трансфер аргентинского футболиста в истории – это переход Анхеля Ди Мария из мадридского Реала в Манчестер Юнайтед в сезоне 2014-2015. Обошелся этот переход Манчестеру в 75 миллионов евро. Вполне возможно, что в скором времени в нашем рейтинге окажется и Лионель Месси, но это случится лишь тогда, когда на него найдется достойный покупатель и Барселона примет это предложение. Но пока рейтинг выглядит именно так. Если вам понравился наш выпуск, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какое видео вы хотели бы увидеть следующим.